Семена редьки сорта зимняя круглая черная, зиняя краглая черная, отличный вариант для садово-огородных участков и фермерских хозяйств. Этот среднеспелый сорт, который культивируется уже не одно десятилетие, по достоинству оценен огородниками как один из самых неприхотливых. Семена высевают не раньше июня-июля, чтобы растения не выбросили стрелки. Собирать урожай нужно перед заморозками, тогда редька будет лучше храниться. Масса корнеплодов достигает 400 граммов, диаметр составляет 8-12 сантиметров. Окраска плодов черная, форма округло-плоская. Мякоть белая, сочная, с пикантным вкусом. Урожайность 4-7 килограммов с 1 метра. Редька зимняя круглая черная – это однолетнее растение. Редька прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Редька зимняя круглая черная имеет среднеспелый срок созревания. Плоды редьки созревают в месяце июль-август. Масса плодов приблизительно 250-400 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма плода округло-плоская. Цвет плода черная. Вкус слабо-острый, мякоть сочная. Ягоды можно потреблять в свежем виде. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.